Акционерное общество «Химки СМИ» приглашает на постоянную работу инженера сети передачи данных. Обязанности. Настройка сетевого и VoIP-оборудования производителей Cisco, Microtik, D-Link, SNR, Eltex, Grandstream. Решение инцидентов на втором уровне технической поддержки. Выезды на узлы связи и к клиентам. Участие в тестировании новых моделей оборудования, внедрение в эксплуатацию. Организация выездных работ, удаленное сопровождение и контроль. Документирование выполненных работ. Требования. Знание стека протоколов TCP/IP, SIP. Знание основ телефонии, E1, VoIP. Опыт настройки оборудования Cisco, Microtik, D-Link, VoIP-устройств. Приветствуется опыт работы с Juniper, Zixel, Cisco, SNR, D-Link. Опыт и понимание специфики работы выездных инженеров и монтажников. Заработная плата по результатам собеседования. Оформление по Трудовому кодексу Российской Федерации. Свое резюме можно отправить по адресу jobsobaka.himkismi.ru.